Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы находимся на станции Водный стадион. Выход в сторону Головинского шоссе. То есть не тот выход, который идет к автостанции, а другой противоположный выход с другой стороны дороги. Здесь расположено два киоска печати. Но лишь в одном киоске наша компания поставила монеты. Давайте подойдем к нему. Это киоск прессы. Находится в самой близости от метро, то есть 5 метров, точнее 10 метров. Здесь представлен небольшой стенд по продаже монет от компании «Русская монета». Представлены советские юбилейные монеты и различная мелочь, ходячая в СССР. Также монеты КЧП и монеты 1993 года. Также здесь представлены банкноты и значки. Также на этой точке можно купить альбомы для монет и прочие небольшие аксессуары. Ждем вас на станции метро «Водный стадион». Это новая точка продажи монет от компании «Русская монета». И надеемся, что вы найдете здесь для себя нужную монету. Если вас не устраивают монеты, находящиеся на этой точке, вы можете у продавца сделать заказ любых монет, которые расположены на сайте coin.ru. И мы сюда вам обязательно их доставим. Всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании «Русская монета».